16 октября сыну рэпера Тимати от модели Анастасии Решетовой Ратмиру исполнился 1 год. Однако на праздновании его первого дня рождения не было известной бабушки, мамы рэпера, Симоны Яковлевны. Ее отсутствие в очередной раз подлило масло в огонь обсуждения того, что между ней и Решетовой сложились напряженные отношения. Чего не скажешь об экс-пассии Тимати, модели Алены Шишковой. Женщина объяснила, почему не пришла на день рождения внука. Оказалось, что Симона Яковлевна решила провести этот день со своей внучкой от Шишковой, 6-летней Алисой. В этот день девочка играла в хореографическом спектакле. Известная бабушка выбирала, посетить день рождения Ратмира или сходить на спектакль Алисы. В итоге, мама Тимати решила, что внучке она будет нужнее. Ратмиру всего год. Он даже не вспомнит этот день, а Алиса уже в том возрасте, когда необходима поддержка близких, объяснила она. Однако рассуждения Симоны Яковлевны выглядели не так убедительно в глазах ее аудитории. Подписчики отметили, что оправдание так себе. Если бы действительно хотела, то обязательно бы нашла пару часов, чтобы заехать и поздравить Ратмира. Некоторые и вовсе обвинили звездную бабушку в том, что она, отдавая предпочтение одному из внуков, сеет между ними вражду.